Всем привет, меня зовут Настя, а вы смотрите канал Art Channel. Сегодня будет необычный выпуск, потому что я не буду вас агитировать сегодня посещать различные массовые мероприятия, в том числе выставки, музеи и галереи. Все началось 7 февраля 2020 года, когда организаторы Art Basel отменили ярмарку современного искусства в Гонконге. Она должна была состояться в середине марта, и все, конечно, надеялись, что коронавирус останется в рамках Китая, и все на этом закончится. Но, к сожалению, он распространился, как вы знаете, по всему миру, и поэтому во всех странах начали закрываться музеи, галереи. 14 марта музей современного искусства «Гараж» объявил о том, что он также закрывается на неопределенный срок. Поэтому мы предлагаем вам поделиться этим видео в соцсетях с целью призвать культурное сообщество с серьезностью отнестись к чрезвычайному положению в мире и сохранить здоровье своих посетителей. Следует заметить, что призыв закрыть двери для посетителей не означает прекращение деятельности музея, так как, например, музей МОМА в Нью-Йорке или музей Соломона Гуггенхайма уже перешли в онлайн-режим и перенесли свои выставки в онлайн-пространство, где каждый посетитель может ознакомиться с экспонатами актуальных выставок. В МОМА в Нью-Йорке проходит сейчас ретроспективная выставка одного из ярких представителей минимализма Дональда Джа, и на сайте вы можете найти аудиогид от куратора выставки современных художников и писателей. В настоящее время закрыт и Лувр на неопределенное время. Директор музея современного искусства «Гараж» Антон Белов в своем инстаграм-аккаунте написал о том, что музей усилит сейчас свое присутствие в онлайн-режиме, и кураторы музея, и сотрудники уже работают активно над тем, чтобы рассказать вам что-то новое, интересное из мира современного искусства. Нужно отметить то, что на сайтах многих российских музеев есть уже такая возможность посещать виртуально текущие выставки, но суть заключается в том, чтобы музеи именно закрыли свои двери для посещения, чтобы сохранить здоровье своих посетителей. И мы поэтому призываем перейти все государственные учреждения культурные в онлайн-режим. В свою очередь мы также приостановили ряд наших мастер-классов и лекций и переходим на онлайн-режимы. Следите за нашими новостями и не пропускайте записи на онлайн-лекции и наши мастер-классы и вебинары. В завершение этого видео я хочу призвать вас не унывать, все будет хорошо. Берегите себя, мойте обязательно руки и верьте в лучшее. На этой позитивной ноте я с вами прощаюсь. Обязательно не забывайте делиться этим видео, потому что это очень важно сейчас. На самом деле, я призываю вас также интересоваться искусством, не паниковать, потому что что же, как не искусство, спасет этот мир. И увидимся с вами в понедельник на нашем канале.